В Московской области продолжается реализация масштабной программы «Чистая вода». До конца 2021 года в регионе планируют сдать в эксплуатацию 19 водозаборных узлов. Это улучшит качество воды в домах 200 тысяч жителей. Реконструкция ВЗУ номер 2 в Трехгорке и ВЗУ номер 7 на улице Северной в Одинцове обеспечит чистой водой более 40 тысяч жителей. Напомним, в конце июня был запущен после реконструкции ВЗУ номер 1.